Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Бурунов, и я хочу с радостью пригласить вас в кинотеатр на удивительно прекрасный и невероятно красивый фильм «Киты. Стражи планеты». Я очень рад быть голосом этого фильма в России. Во Франции голосом этого фильма стал мой любимый Жан Дюжардан, а увидеть его в кино можно будет с 8 июня. Наши владения самые обширные на этой планете. Каждый год мы проплываем более 10 тысяч километров. Некоторые из нас погружаются почти на 3 тысячи метров. Другие же доживают до 240 лет. Здесь мы помогаем друг другу. Мы создали самую первую социальную сеть. Нескончаемая симфония, звучащая во всех океанах. Это мы, все живые существа, неразрывно связанные друг с другом и регулирующие экосистемы Земли. Мы, киты, управляем дыханием мира. Мы — это сила и хрупкость, благодеяние, надежда. Стражи планеты. Киты – стражи планеты. В кино с 8 июня.